В 1931 году Дмитрий Лаврененко окончил школу крестьянской молодежи в Вознесенской, а затем учительские курсы в Армавире. После этого он работал в Сладковской школе и был первым учителем в хуторе. О подвигах Дмитрия Федоровича в первые месяцы Великой Отечественной войны депутатам рассказал начальник управления образования. 32-я школа хутора Сладкий ходатайствует о присвоении ей имени Героя Советского Союза. Дмитрий Федорович, уроженец сам станицы Бесстрашной. Но несколько лет перед войной работал учителем в этой школе. А во время войны он был танкистом, причем танкистом асом. И за тот короткий промежуток времени, который он воевал, он погиб в декабре 1941 года, им было подбито 54 танка. Его рекорд больше никто не смог подбить. И уникальность также этого командира танкового экипажа была в том, что в одном бою его экипаж и две машины, которыми также командовал он, смогли подбить в одном бою 24 фашистских танка. Тоже это своеобразный рекорд. И вот коллектив вышел с таким предложением о присвоении имени Дмитрия Федоровича Лаврененко данной школе. Депутаты приняли решение удовлетворить просьбу коллектива образовательного учреждения. Начальник управления обратился к депутатам с еще одной просьбой – выделить финансовые средства для выполнения требований, указанных в решении судов. В 2018 году нами были выполнены, частично выполнены решения суда по 16-й школе, а затем по 13-й школе мы выполнили полностью решение суда по ремонту систем канализации. В 6-й школе выполнили полностью решение суда по пищеблоку. Частично выполнили решение суда по 3-му детскому саду, заменив там газовое оборудование. И выполнили полностью решение суда по 33-й школе станицы Упорной. Также нами как бы предпринимаются меры превентивные, то есть там, где есть возможность не допустить принятия решения суда, то есть мы понимаем, где есть серьезные предписания, которые могут перерасти в это решение суда, мы, потратив на это из муниципального бюджета более 2 миллионов рублей, это как и софинансирование для краевой программы, так и выполнение сметных документаций и прохождение экспертизы. И в результате мы поучаствовали в краевой программе по капитальным ремонтам, в том числе и по тем школам, где у нас есть решение суда, например, та же 16-я Каладжинская. Отбор мы прошли успешно и ждем как бы финансирования из края там, порядка 30 миллионов рублей на вот эти все капитальные ремонты, которые позволят нам устранить и предписание решения суда. На исполнение решения судов в 2019 году необходимо еще более 11 миллионов рублей. На сегодняшний день вот по ряду учреждений как бы необходимо исполнить решение суда. Это и 5-я школа, площадка спортивная, 2 миллиона рублей. Это, значит, капитальный ремонт туалетов по 3-й школе в старом здании 2 миллиона рублей. Это пищеблок, реконструкция пищеблока 3-го сада на сумму 6 миллионов 868 тысяч. И ремонт подводки горячей воды и прочих, значит, требований Роспотребнадзора к кабинету физики и кабинету труда в размере 538 тысяч рублей. Уважаемые депутаты, уже прошло достаточно времени для того, чтобы изыскать возможность на их выполнение. Это не просто решение суда, это безопасность наших детей, это комфорт наших детей. И в конечном счете это завтра штрафные санкции на управление образованием однозначно будут за невыполнение решения суда. Следовательно, деньги на штрафы вы вынуждены будете изыскивать. Возможно, как вариант, отложить на следующую сессию, еще раз посмотреть и максимально уплотнить бюджет. Может быть, но решать вопрос надо однозначно, потому что выхода другого нет. К этому вопросу депутаты вернутся на одной из очередных сессий, а в повестке этой им предложили внести изменения в местный бюджет на 2019 и плановый период до 2021 года. Подробно с цифрами познакомила начальник финуправления. Предлагается доходную часть бюджета на 2019 год увеличить на сумму 16 миллионов 722,2 тысячи рублей за счет безвозмездных поступлений. Все эти средства распределяются в соответствии с их целевым назначением.
а именно расходную часть местного бюджета предлагается в свою очередь на 2019 год увеличить на 20 659 тысяч рублей, в том числе за счет полученных межбюджетных трансфертов 16 775 и 60 тысяч рублей и за счет свободных остатков 3 875 и 30 тысячи рублей. Депутаты также внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества и утвердили изменения в правила землепользования и застройки лучевого сельского поселения. Совет заслушал аналитический отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На территории Лабинского района проживают почти 25 тысяч детей возрастом до 18 лет. 2018 год рассмотрено 151 дело об административных правонарушениях. То есть, если ранее я говорила о личных делах, то здесь речь идет именно о материалах административного характера. Мы их рассмотрели на заседании комиссии, 151. Из них 70 дел на родителей, 78 дел на несовершеннолетних и 3 дела в отношении иных лиц. В рамках комиссия также анализирует данные и проводит работу по реализации детского закона в части координации действий органов учреждений системы профилактики. Детский закон. За 2018 год было выявлено 85 несовершеннолетних. Аналогичный период прошлого года – это 100 несовершеннолетних. Завершил заседание председатель совета Ринат Жарков отчитался о работе за 2018 год. Все депутаты работают на общественных началах на безвозмездной основе. В своей работе совет руководствовался нормами федерального и регионального законодательства, уставом муниципального образования Лабинский район, планом работы совета на год, регламентом, уделяя при этом особое внимание по выполнению 131 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Деятельность Совета в 2018 году проходила в конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании с администрацией района, городским и сельских поселений. В организации деятельности Совета особое внимание уделялось вопросам сохранения благоприятной социальной среды, экономической стабильности в районе, поддержания сбалансированности бюджета и разумной политики сдерживания расходов. Работа в данном направлении продолжается, что важно в условиях экономической ситуации в стране и в регионе. Главным в деятельности Совета депутатов является работа с избирателями, выполнение их наказов, поэтому большое внимание депутаты уделяют работе с населением. На нас с вами лежит особая ответственность. По разным каналам люди сообщают нам о своих проблемах, критикуют, подсказывают, и эти предложения являются основой для нашей дальнейшей деятельности. На встречах с избирателями депутатов района рассмотрено порядка 200 устных и письменных обращений. В основном обращения касались вопросов оказания материальной помощи для разрешения сложных жизненных ситуаций, трудовых и земельных отношений, благоустройства. Особое внимание при этом уделялось вопросам социальной сферы. Для нас это более актуально, учитывая, что большую часть наших избирателей – люди старшего возраста. Поэтому вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в нынешних условиях поддержка, одна из ключевых составляющих нашей работы с населением. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».